Welcome to Russia! А сегодня мы уже поедем на дачу с Сашей. И он вообще не знает, что такое дача. Саша сказала, туалет это снаружи. Сначала нам не очень понятно, как туалет может снаружи. Да. И мы поедем скоро. Настоящая русская дача, да? Мы едем туда. Это не Москва, Саша? Нет, это Подмосковье. А там, где Дедовская на Хабино. Ты не знаешь, они знают, наверное. За химками, как короты всякие смотрят. А вы что там? Это чемодан? Это стол. Пути состоит приблизительно полтора часа. Москва. У каждого русского человека есть дача, да? Каждый ее хочет. Отель? Отдохнет. Поехали с вами. Он сказал, Россия это мой мир. Ну красиво. Блин, очень красиво. Всем надо жить на даче. О, бабу ведет. Сказка. Очень красиво. Сказки. Саша, это сказка. Еще не все это? Это только первый участок. Запах такой необычный. О, там цветочки. А, это маленькое яблоко, да? Маленькое, да. Ну, нельзя кушать. О, тут тоже очень много яблок. Они когда полностью созревают, они падают. А сейчас зайдем в дом. Аня! Так, я нашла электрический самовар. Нам нужен другой. Шиша? А нет, это не шиша. Квари, это у нас в Корее тоже есть. Квари. Да. Так много? Я закрою тогда? Нет, ну там еще не все. А, хорошо. Ну ладно, я тогда попробую это. Не могу. Это вкусно, короче. А да, сорт хороший яблоко. Саша, ты живешь в рае. Антоновка, это вот это как раз Антон. Привет, Антон. Это дерево. Типа вот. Антон, его зовут Антон. Слушай, это что? Мы будем продавать это. Ай, да, покажем. Мы будем смотреть туалет, как это будет выглядеть. Это туалет, Саша? Да. Где она? Юн в шоке. Это туалет. Открывай. О май гад. Все. Это дача. Саша, это почему это в углу стоит? Это иконы. Это иконы православной религии. А почему в углу? Красный не угол. Середине. Красный угол, как называется. Это не красный. Специально. Красный значит красивый. Приключения в России. И вот здесь смотри. Вот, французский антиквариат. И вот это очень старая книга. Кровать тоже есть. Да, но это моя комната. Ты жила там? Да. Блин, вот. Такая культура, почему в Корее нету? Саша. Ты что снимаешь меня? Все корейцы подумают, что я очень не Когда Саша приезжает в Корею, да, осторожно. Скоп. Я фактически прицел. Вроде она. Или я хочу делать, right? She doesn't know. Это правда? Синча? Это тяжелый, как ты делаешь? Смотри. А вот сюда? И вот это упираешь в предплечье. Предплечье? Вот, и вот здесь. Прям упереть надо, чтобы не... Гузя, останься! Не стреляю тебя! Блин, Саша, это тебе не тяжело? Нормально. Офигенно.
Вультро. Это магазин, ребята, это магазин. Так, короче, схема такая. Сейчас съедим закуски, выпьем по буратино и пойдем за водой. Давай буратино. Давай буратино из этих самых, из бутылок, потому что она советская, да. Хорошо. Окей. Вау! Все правильно. 10 000 рублей. Они чинаги такие большие. Чина, покажи. Yeah. Russian style. Вот тот кейс взять, крупный, из документов. Давай это покажи. Юне подарили такой. Ну, очень крутой. Вася, ты просто яблоко отрежешь. Яблоко, кожуру снимай. Смотри, здесь точно так. Вот, чтобы сегодня кушать. А что это? А как раскрывается? Это что-то в стиле дачи. В стиле дачи? О, это ложка? Да. Это когда мы кушаем борщ? Да. О, спасибо. Приятно. Что ты сделала сейчас? Так, за здоровье. Да, за здоровье. Да? Ирон, что было? Мы идем за водой на родник. Go for water! Take the gun! Wow! Кто сделал тебя русским? О, очень классный стиль. И он в шоке. А это что такое? Форма. Гоша служит в армии. Сейчас мы идем поймать воды. Да, Юн сейчас тоже идет. Это нельзя кушать, да? Горькая. Она горькая. Горькая. Из нее делают настойки. Русская осень слишком красивая, поэтому русские художники такие популярнее и талантливее. Желтый. Злая собака тут. Запах такой деревня в Корее. Да, вода можно пить? Вау! Не тяжело? Это соленые грибы. Глоба. Соленые грибы я первый раз попробую, но очень вкусно. Вы с чем кушаете это? Пиво? С картошкой, например. Вкусно! Открываем эту буху и вручаем пиво. This is like honey beer. Russian honey beer. So we need to open it. This is a tradition. Нет, просто он хочет снимать это. Как ты открываешь? Picture time. Welcome to Russia. Это Россия. Ты умеешь? Ты знаешь, как делать? Да. Ты знаешь, как делать? Да. Я настоящая русская хозяйка. Запах такой дорогой. Говядина. Вообще очень ценное мясо. Да, похоже, вот это русские дизайны, да? Да. А, это как будто мы в ресторане. Вот это пахнет вообще сказочно. А, да? Вау, как хорошо пожарили. 40 пачковая икра. Вот это отдельный кетчуп из помидоров, которые у нас растут. Ты говоришь, они маленькие, но это максимально похоже на корнишоны. Саша сказала, что вы любите как корнишоны, только маленькие. Да. Бобрика. Что пьешь еще? А? Живот большой. Там что? Ты все это выпил? Русская картошка очень вкусная.
Кабачёвная икра. Юн тогда был очень наивным. Он не знал, что русские друзья могут вечно придумать, за что будем выпить. For culture exchange. Радость испытать. Welcome to Russia. Россия! 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 Лайк, лайк, тим! Мои шпа. Очень старая бритва. Это очень крутая вещь, на самом деле. Да. Это точно негде. Это что такое? Это поднос. А вот поднос? Это вот точно старая носить. Штука? Просто, да. Пойдем в музей. Поднюхать? Да. Это ладан. Давай за... Иначе, когда вы ходите по лесу, нужно обязательно такой штук, чтобы бить жуков. Чтобы защищать. Чтобы защищать вот так. За время в России. За время в России и у меня России. За все время. Я купила одинаковый телефон 120 тысяч рублей, а я купила 75 тысяч рублей. 50 тысяч рублей разница. И за курсы дорого? Да, очень дорого у вас. 3 years ago. А сейчас мы уже такие взрослые. Everybody, come here. Not me. Лёша, я бы с тобой встала на отряд. Окей, come here. You are ready, guys? Okay, yeah. 1, 2, 3, 4. Everybody wants kung fu fighting. Huh? 1, 2, 3. Everybody wants kung fu. We love each other. Доброе утро. Вчера я слишком много выпила буратино. Это запеченное яблоко. Позавтракал с этим. И сколько всего мне дали. Шашлыки. Кабачёвная икра. Я спрашивала Юни по впечатлению после дачи. Он тошнил где-то утром, и сейчас 6 вечера, а он до сих пор спит. Бедный Юн, давай спи, мой маленький. Наш Юн проснулся, и давайте послушаем его по впечатлению дачи. Да, Юн тошнил сегодня с утра, и поэтому только сейчас проснулся. 7 часов спал, Юн вообще не знал, что русские друзья вечно могут придумать тебя что-то выпить. Синдзя, Игорь... Фу-ваша! Фу-ша-ша! Фу-ко-ша! Фу-ми-ша! Как тебе русские друзья? Нет. 되게 우리 거 좋아. 착해. 우리 거 착해? 나 차가 엄청 시골에 있는 건데 공기도 좋고 완전 그 영화에서 나오는 그런 곳 같았어. 이제 러시아 친구들이 노는 거 보니까 어땠어 나 차에서? 또 가고 싶어. 진짜로? 응. 팀 러시아. 왜 그래? 사실 어땠어 언니? 각 집에 туалет. Ну, Саша, спасибо тебе большое, что пригласили нас и познакомили такие прекрасными русскими друзьями. Так, корейцы, мы точно почувствовали, что такая дача. Team Russia! Пока, всем!